Знаешь, есть на свете город корабелов и поморов. Он раскинулся в просторах дельты Северной Двины. Он такой, каких немного, не лентяй, не недотрога. У него своя дорога, труд на благо всей страны. Эти строки своему любимому городу посвятил морской офицер, замечательный северодвинский поэт Александр Ширщиков. Дорогие друзья, мы счастливы приветствовать вас на этом новом, но таком же дорогом для многих северодвинцев месте. У стелы, возведенной в честь людей, которые так много сделали для победы и дальнейшей мирной, счастливой жизни любимого города. У стелы, которая напоминает нам и нашим детям о том, что мы живем в прекрасном, героическом и трудолюбивом городе. Городе трудовой доблести Северодвинске, который так важен для нашей Родины, нашей России. Внимание! Звучит государственный гимн Российской Федерации. Светланы Дергачевой. Светлана – многодетная мама и корабел уже в третьем поколении. Она является представителем трудовой династии. Ее дедушка – один из первых работников «Звездочки». Над грядой беломорских волн, в самом устье холодной Двины. Вот он в Арктику розовый холм. Приезжай к нам на север страны. В центре города вечный огонь. Это память Великой войны. Ты здесь задержись и постой. Вспомним мы о героях страны. Мы по улицам будем гулять. Бойчука, Седова, Труда. Я о многом смогу рассказать Ломоносова в честь земляка. По проспекту Бутомы пройдись, на Приморский бульвар поверни, чудным видом ты здесь насладись. В море падают солнце лучи. А в Бору ты на Яграх бывал? Когда дюны покрыты снежком, кто зимой здесь на лыжах гонял? А сейчас погуляем пешком. Белка, Белочка, глянь, погляди, вон по сосне спускается вниз. И орешки прямо с руки наш бельчонок доверчиво сгрыз. Давай завтра пойдем на каток. Новый, крытый, открылся, ура! Роллер-дром, тренажеры и спорт, все для вас. Веселись, детвора! За катком ты увидишь завод. Это звездочка. Рядом Севмаш. И вовсю там работа идет. Нужны лодки России сейчас. Корабельных дел мастера, щит державы крепят трудом. Мы на страже России всегда. Северодвинск – это общий наш дом. Благодарим Светлану Дергачеву за такое творческое проявление любви к нашему прекрасному городу. Городу Северодвинску и цветы – подарок от главы. Спасибо, благодарим вас. И война над страною кружила, и метель беда нас вела, и от холода кровь стыла в жилах, все для фронта гремели слова.
страшным оружием была. Много лет, много лет отделяют от славных побед. Героически ты продолжением фронта он был. И молчат над землей обелиски, и дрожит ветерана слеза. Времен советским труженикам тыла наш низкий до земли поклон. Много лет, много лет отделяют от славных побед. Героический ты продолжением фронта он был. Арсентьев и председатель Совета депутатов Северодвинска Михаил Александрович Старожилов. Уважаемые северодвинцы, многоуважаемые наши ветераны, позвольте мне сегодня в столь яркий солнечный день окунуть вас в воспоминания прошлого юбилейного года, когда мы здесь вместе с вами открывали этот символ особого, высокого государственного статуса города трудовой доблести. Вы знаете, я смотрю на нашу стеллу, и она мне напоминает книгу. Книгу истории, книгу трудовых свершений, и каждый из изображений на этих пилонах – это страницы истории Молотовска, Северодвинска, силы, память трудовых свершений, которые и определили в будущем, в нашем настоящем сейчас статус города трудовой доблести. Вы знаете, очень знаковые для меня это особые памятные воспоминания, когда, наверное, нет ничего более символичного, когда при открытии стеллы герой социалистического труда передает знамя, трудовое знамя молодым работникам наших градообразующих предприятий. Безусловно, в прошлом году мы начали писать новую историю, новую страницу истории нашего города, но каждый житель нашего города, вне зависимости от возраста, пишет эту страницу, озираясь на память и историческое наследие того, что изображено здесь. Уважаемые ветераны, Северодвинск всегда был, есть и будет особым городом. Городом, где выполняются большие государственные задачи. И каждая частичка нашего города, каждого жителя нашего города проникнута особым отношением, ответственным отношением к себе, к своим близким, к своему городу и к своему предприятию. И в целом это объединяется в любовь к нашей Родине. Позвольте мне от администрации города трудовой доблести Северодвинск поздравить вас с Днем города, с наступающим днем военно-морского флота,
Это два неотделимых понятия. Северодвинск был, есть и будет городом корабелов и военных моряков. Северодвинск будет жить памятью о трудовых свершениях, памятью об историческом наследии и памятью о трудовых династиях. С праздником, дорогие северодвинцы, с днем города. Уважаемые горожане, от лица городского совета поздравляю вас с днем города Северодвинска. Недавно Архангельск отметил 440 лет нашему городу, всего 86. Но место на карте Архангельской области и на карте страны он занимает уже достойно. И во многом благодаря тем, кто строил этот город, строил наши заводы, выпускал уникальные корабли и сегодня работает и живет в Северодвинске. Мои главные слова благодарности нашим ветеранам и нашим героям. Поверьте, их в Северодвинске было тоже немало. Порядка 30 героев социалистического труда, героев Советского Союза, героев России, героев труда России. И сегодня я рад, что вместе с нами, я считаю, что вы должны этого человека поприветствовать, герой социалистического труда Михаил Иванович Титов. Посмотрите на его звезду. В этой звезде гордость Севмаша и гордость нашего города. Спасибо, Михаил Иванович, что сегодня с нами. Я обращаюсь к детям войны, которые тоже сегодня находятся здесь. Поверьте, Молотов с года войны сделал для страны много. Здесь не было боев, но бои были жаркие на трудовом фронте. Благодаря вам, кто был в Молотовске, подросткам, юношам, девушкам. Благодаря вам город пережил страшные трагедии и дал стране тоже очень много. Ну и моя благодарность всем корабелам, Севмашам, Звездочке, Арктике, Северного рейда, Онеге, всех наших предприятий, объединенных с местными корпорациями, которые сегодня вершат великие дела. И поверьте, присутствие президента в нашем городе, а Владимир Владимирович Путин в Северодвинске побывал уже 7 раз, дорогого стоит. Это внимание и главное ответственность нашей страны. Ну и еще обращаюсь уже к нашему молодому поколению, к нашим юношам, девушкам, которых мы сегодня тоже будем поздравлять и вручать им первый главный документ. Дорожите и паспортом гражданина Российской Федерации, и гордым званием Северодвинец. Мы в вас верим. Мы вас надеемся. С праздником, Северодвинск! С днем города! В прошлом году на открытии стелы наши ветераны, герои социалистического труда Александр Васильевич Лагунов и Михаил Иванович Титов передали красное знамя Государственного комитета обороны бойцам студенческих отрядов. Это стало символом преемственности поколений. Студенческое трудовое движение – крупнейшее молодежное движение нашей страны. Этим летом в Северодвинске реализуется первый всероссийский проект российских студенческих отрядов, участники которого вовлечены в строительство атомного подводного флота. В составе Всероссийского студенческого производственного отряда «Арктика» 90 бойцов студенческих отрядов из 10 регионов России. За вклад в развитие и популяризацию студенческих отрядов почетной грамотой администрации Северодвинска награждается штаб студенческих отрядов Северодвинска. Поздравляем с наградой и желаем новых трудовых побед на благо любимого города и всей нашей страны. Нашим 14-летним юным гражданам вручаются паспорта гражданина Российской Федерации. В церемонии вручения, кроме главы Северодвинска и председателя Совета депутатов, принимает участие старший инспектор отдела по вопросам миграции ОМВД России по городу Северодвинску Татьяна Олеговна Никитина. Просим присоединиться.
Для получения паспорта гражданина Российской Федерации приглашается Артемов Никита Александрович. Те, кто получит паспорт, просьба выстраиваться в общую линию сзади для общего фото на память, потому что этот день действительно войдет в историю нашего города. Паспорт гражданина Российской Федерации получает Дементьев Платон Ильич. Паспорт гражданина Российской Федерации вручается Керимовой Софии Фикретовне. Паспорт гражданина Российской Федерации вручается Коробочкиной Ольге Григорьевне. Для получения паспорта гражданина Российской Федерации приглашается Резвый Евгений Александрович. Паспорт гражданина России вручается Степанову Виталию Глебовичу. Для получения паспорта гражданина Российской Федерации приглашается Тамбовцева Мария Андреевна. Для получения паспорта приглашается Тювина Софья Евгеньевна. Паспорт гражданина России вручается Филимоновой Ульяне Валерьевне. Для получения паспорта приглашается Чуркин Константин Юрьевич. Паспорт гражданина Российской Федерации вручается Шатовой Марине Алексеевне. Для получения паспорта приглашается Шевченко Алина Денисовна. Для получения паспорта гражданина Российской Федерации приглашается Щамович Таисия Александровна. И сейчас самое время сделать общую фотографию, а нам с вами аплодисментами еще раз поздравить этих прекрасных, юных, счастливых граждан России с праздником, с обретением паспорта гражданина Российской Федерации, пожелать им всего самого доброго в их жизненном пути. Давайте еще раз наградим их аплодисментами. Добрый путь, ребята. Пусть все будет прекрасно. Дарьи Некрасовой.
года и числа, их так много, на свете был лишь один, помогает в пути. Якорем в сердце запал, как любимый свет, город родной, дорогие. Любимый город, наш любимый Северодвинск, безусловно, в сердце каждого из нас. Это не просто место на карте, это место, где мы создаем семьи, строим карьеру, получаем образование, находим крепкую дружбу, любовь. Поэтому сегодня от всей души и чистого сердца каждый из нас может сказать: «С праздником, любимый Северодвинск! Спасибо вам! Всего самого доброго!»